Привет-привет, с вами Мистер Watch на канале магазина Завод. В сегодняшнем видеообзоре у нас часы японского бренда Seiko, модель Seiko 5S. Сразу хочу сказать спасибо Seiko Watch Ukraine за предоставленные модели и за то, что Seiko можно купить официально в Украине, а мы с радостью предоставляем Seiko в заводе. Seiko 5 – это любовь с первого взгляда. Вот увидел и все, на всю жизнь. Давайте разбираться, что же в них такого. Впервые Seiko 5 появилась в 1963 году. Цифра 5 означала 5 главных характеристик для часов того времени. Что же означают эти главные характеристики, давайте разбираться. Первое – это автоподзавод. В то время часы в основном были с ручным заводом. Seiko представила часы с автоподзаводом. Вторая функция – это функция даты и время в одном окошке. Третья функция – это повышенная водозащищенность. Это было 70 метров или 7 атмосфер. Четвертая функция – это усиленная заводная головка. И пятая функция – это металлический браслет. Это похоже на рецепт для отличных часов того времени. Но именно Seiko 5 стали недорогими механическими часами, и это был отличный вход в мир механических наручных часов. Что же означает 5S? Хочу сказать, что всего в коллекции 5S насчитывается 29 разных вариантов. Это различные комбинации вариантов ремешков, циферблата, безеля, корпуса. Все это перемешано, и все они очень-очень красивые, что мои глаза разбежались, и я даже не знаю, какие бы я себе выбрал. Но в каждой модели есть своя особенность, и эта особенность, конечно же, подчеркнута буквой S. Итак, начнем изучать, что же такое 5S в Seiko 5. Начнем с Seiko 5 Sport и заодно покажу, в каких коробках приходит Seiko. Упаковка, сама коробка и вот такие вот 5S. Seiko 5S Sport комплектуется стальным браслетом, может быть NATO-ремешок, это стальной корпус. Это модель Pepsi Style, есть с черным, с зеленым циферблатом и зеленым безелем. Но вот лично мне Pepsi Style очень нравится. Такой модно, стильно, молодежно. Вторая 5S это Suits. Они комплектуются ремешком Mesh Strap или же силиконовым ремешком. Цветной циферблат, синий, зеленый, черный и вот такой бежевый внутреннее кольцо. Очень красиво смотрится. Мне эта модель очень нравится. Третья модель это Seiko 5S Street. Часы укомплектованы NATO-ремешком, имеют PVD покрытие черного цвета. Есть модели полностью черным, черным циферблатом, черным покрытием Lumibright. Это покрытие, конечно же, чуть хуже светит, чем в других моделях, но тоже достаточно яркое. Четвертая модель это Seiko 5 Specialist. Силиконовый ремешок, комбинированный с кожей. Снизу силикон, а сверху кожа. Это модель с розовым PVD покрытием. Очень красивая. И пятая 5S это 5S Sense. Часы комплектуются NATO ремешком, корпус с PVD покрытием и их отличает еще текстурированный циферблат. Очень красивый, переливается. Она очень похожа на Seiko 5S Street, но циферблат у нее имеет такие небольшие разводы и смотрится очень красиво. Безель в цвет внутреннего кольца и в цвет циферблата, корпус с PVD покрытием серого цвета и тканевый NATO ремешок. Новые Seiko 5 сделаны на базе культовой модели SKX, от которой был взят дизайн корпуса и оставлен тот же размер. Корпус, как я уже говорил, может быть покрыт PVD покрытием, имеет сатинированную обработку или полированную. Также в них установлен однонаправленный безель, который очень классно трещит. Послушайте, если вам слышно, можно просто сидеть и трещать безелем. Стрелки и маркеры времени имеют покрытие Lumibright. Оно очень ярко светит в темноте. Прям вот можно книжку читать.
В новой пятерочке установлен новый механизм 4R36. Этот механизм имеет функцию стоп-секунда, что очень удобно для перевода времени. Имеет автоподзавод и ручной завод. Стекло Harlex — это разработка Seiko, минеральное закаленное стекло. При том, что это не маленькие часы, они достаточно высокие, и размер корпуса тоже не маленький, они очень классно сидят на запястье. На моем 17-сантиметровом запястье они очень приятно и классно сидят. Вот. Часы, можно сказать, что это унисекс, потому что они будут смотреться очень красиво на женском запястье. И девушки, которые любят мужские часы на своих запястьях, будут очень довольны, если выберут себе Seiko 5S. Очень красиво и элегантно, нежно и немножко брутально. Так что девушке рекомендую. На мой взгляд, это лучшие часы для часовых энтузиастов, кто решил приобрести свои первые механические часы. Подписывайтесь на наш канал, выбирайте часы на сайте, приходите в завод и соблюдайте дистанцию, когда складываете свои любимые часы. С вами был Мистер Watch. Увидимся!